Вояки рулят.
Красавчик. Хорошо проехали, они уже раз пятый участвуют, если не больше. Сейчас она стоит. Научились на в этот раз. Реально страшно, когда ты едешь в машине. Мицки мне тоже нравятся. Можно помочь.
так. Что-то уже видишь. Сошел прадик с трассы. Жаль. Четвертая машина. Неплохая Нива. Нивушка, Ивушка. Ну, походу. Не зря хлопают. Для Нивы это, в принципе, подвиг. Как он выходит от него? Подъем. Ух ты ж-ка, на финише почти. Не может быть. Ну, хорошо, как он чуть?
И на старт завершается автомобиль под Не, все-таки перехвалил я эту Ниву. Все-таки они рвутся быстро. Итак, результаты. У нас
было несколько спорта, к сожалению, тоже много накопали, только плюс на тяжелую были людей по войне оставали. Мы решили их не обойти ближайшей ситуации, и все-таки торжественное вручение принесли у нас так неожиданно появился спонсор даже физически близко абсолютно. Зовут его Максим. Максим, где он? Где ты? Вы подходил, говорит, а у меня есть вашего майорка. Браво, спорта! Ура! Мы хотим вручить торжественно, вот так коллегиально приняли решение, что у нас единственный грузовик сделал подвиг, приехал он был один, это БРДМ. Агрессор, мы его решили наградить дрелью и кубком за первое место в категории грузовики. Почетное 9-е место. Это Виктор.
Дмитрий Кента. Вот он. Грузовики вы теперь. Придется купить ГАЗ-66. Спасибо. Тем, кто получили четвертое место, третье и второе, которые сдвинулись, к сожалению, из-за их приезда. На самом деле, они приехали, отказывая своим участкам только тогда, когда побеждают. Я не верил этому долго, но сегодня они, к сожалению, замечательно победили, потому что им ленточки не привязал, обычно привязывали ленточки, может, оказывается, на последнее место. Короче, это Валентин Пирогов. Я не знаю, что делал. Спасибо вам всем. Приглашаем вас все-таки осенью.
Летом, если получится летом, действительно сделаем Assim você me mata. Ai, se eu te ferir, ai, se eu te ferir.